Всем привет! Кошки – это ласковые и нежные создания, которые уже более 10 тысяч лет живут рядом с человеком и сегодня считаются одними из самых популярных домашних животных. Думаете, вы все знаете о кошках? А если мы вам скажем, что в мире есть порода, каждая кошка которой может стоить 20 тысяч евро? Или то, что некоторые кошки могут быть размером со среднюю собаку и выполнять роль защитника дома? Удивлены? Ну еще бы! На данный момент существует так много разнообразных пород, что вы просто не можете знать их все. Именно поэтому сегодня мы расскажем вам о 5 самых редких и необычных кошках. Поехали! Каракал. Одной из наиболее редких кошек в мире считается каракал. Недавно эта порода находилась на грани исчезновения. Внешне ее представители напоминают стройную рысь, потому что их уши украшают черные длинные кисточки. Каракал – обитатель пустыни степей Аравийского полуострова, Африки, Малой и Средней Азии, Индии. Иногда его можно встретить в Южной Туркмении и Узбекистане. Эта дикая порода легко приручаема. В древние времена с каракалами охотились на мелкую дичь. Сейчас же они прекрасно себя чувствуют в больших и просторных домах бок о бок с человеком. Каракалы отличаются весьма внушительными размерами. Их тело может достигать длины до 1 метра, а вес до 20 килограмм. Плюс ко всему, они не очень любят незваных гостей и скорее умрут в драке, чем трусливо убегут с поля боя. Поэтому каракалы могут послужить и отличными защитниками вашего жилища. Цена на данную породу кошек стартует с 10 тысяч евро. Оно и понятно. Такое экзотическое животное оценивается людьми по достоинству. Лаперм. Это относительно новая порода кошек. Она появилась случайно в 1982 году у фермеров Ричарда и Линды Кель. Получилось так, что в помете обычной короткошерстной кошки была одна совершенно голая, которая к 4 месяцам обросла красивой кучерявой шубкой. Вьющаяся шерсть стала результатом естественной спонтанной мутации, вызванной доминантным геном. То есть ген, отвечающий за кудрявую шерсть, оказался преобладающим над остальными. Интересно то, что такая шерсть лаперм частично гипоаллергенная, так как у них отсутствует подшерсток. Поэтому, если у вас есть аллергия на кошек, то вы без проблем можете завести в качестве домашнего питомца мурлыку этой породы. Вообще, по характеру эти кошки обладают неповторимой индивидуальностью. Они очень нежны, общительны и ласковы, распространяют свою любовь на всех членов семьи и даже на других домашних животных, включая собак. Эльф. Нет, мы не попали в фэнтези. Эльф – это молодая порода кошек, первые представители которой были выведены в США в 2006 году. В селекционной работе участвовали американские кёрлы и канадские сфинксы, в результате чего возникла необычная порода бесшерстных кошек с загнутыми вперед ушами. Эльфы очень дружелюбные, умные, озорные, общительные, любознательные и преданные создания. Однако желающим приобрести такого уникального питомца придется отдать немаленькую сумму, а именно 1800 евро. Саванна. Эта порода выведена путем скрещивания африканского сервала и домашней кошки. Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 1980-х годов, а первые два котенка появились на свет в 1986 году. Вес саван может достигать 15 килограмм, а высота 60 сантиметров, что делает их одной из самых крупных пород домашних кошек. Отличительные черты саванны – длинные ноги, продолговатое стройное тело, большие чешевидные уши, доставшиеся от диких предков, а также густая шерсть пятнистого окраса. Саванны известны своим высоким уровнем интеллекта, спокойным характером, любознательностью и активностью. Они очень хорошо адаптируются к жизни в новых условиях, но при этом нуждаются в достаточном пространстве для игр и беготни. Хорошо уживаются с другими животными, любят водные процедуры и прогулки на свежем воздухе. Только вот цена на таких кошек может варьироваться от 3,5 до 21 тысячи евро, в зависимости от класса и пола котенка. Бурмилла. Порода была выведена в Великобритании в 1981 году в результате незапланированного спаривания персидской шиншиллы и лиловой бурманской кошки. От столь неожиданного брака появились обворожительные котята с серебристым окрасом. В скором времени начали появляться и другие виды окраски, но только лишь потому, что люди взялись усовершенствовать породу. Бурмилла – кошка не очень большая. Ее вес составляет обычно от 4 до 7 килограммов. Тело весьма мускулистое, лапы не длинные, с закругленными кончиками. Кошка абсолютно неприхотлива, но богатая шерсть требует особого внимания. Представители данной породы славятся своим спокойным характером, легко уживаются с собаками и кошками других пород, не бывают враждебны, а играться предпочитают с различными предметами. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская – твое настроение.